Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment Buy. Нахожусь на одном из своих объектов, это перед вами сейчас банька стоит, отдельно стоящая, и будем монтировать в дальнейшем вот для такой печки Везуви дымоход. Ну и монтаж самой печи произойдет. По монтажу я вам расскажу в следующем видео, а в этом видео расскажу о том, как белорусские производители, один из них Белкомин, я очень не люблю говорить плохо о плохо или хорошо о каких-то производителях, дымоходах, но вынужден. И именно с этого видео я буду делать обзоры по производителям-дымоходам, которые у нас присутствуют на рынке. Белкомин – это один из производителей, крупнейший производитель в Республике Беларусь. Отопительного оборудования, это котлы ТИС они выпускают, и, соответственно, комплектующих дымоходов. Почему стал этот вопрос, объясняю. Этот дымоход, когда ко мне люди обращаются, я просчитываю несколько вариантов дымоходов. Потому что работаю с производителями, с проверенными производителями. Можете на Comment Buy зайти на мой сайт, посмотреть бренды, которыми я торгую в первую очередь. Это бренды, которые, ну я могу смело назвать, да, это бренды, которые зарекомендовали себя на рынке очень хорошо. Белкомин – это сильный производитель, очень давно на рынке, один из первых. Ну, не знаю, что с ними случилось, что с ними произошло. Я надеюсь, что руководитель Белкомина, который находится в Гродно, увидит это видео и немножко исправит ситуацию по своим дымоходам. Объясню почему. Заказчик обратился за дымоходами профессионалам, как он считал, да, это продавцы, которые находятся в Шабанах в городе Минске. Обратился к ним, хорошие отзывы, да, классно, хорошо. Я у него спросил, почему вы у меня дымоход не покупали. Он говорит, ну, я уже обратился к ним, поэтому давайте, если есть возможность, укомплектуйте. Есть производители, с которыми я принципиально не работаю в Республике Беларусь. Это в первую очередь белорусские производители. Не буду говорить, кто. Время и видео даст о себе знать, да, когда косяки за ними будут, я обязательно покажу, почему я с ними не работаю. Пока не буду ничего об этом говорить. Теперь смотрим. Человек обратился к профессионалам, хорошие отзывы, все классно. Он пришел, сказал, что у меня есть банная печка с выходом 115 миллиметров, укомплектуйте меня дымоходом. Ну окей, а теперь смотрим, как они укомплектовывают дымоходами. Для того, чтобы вы понимали, с кем работать. Так, смотрим, смотрите, изначально я на этот объект опоздал на 1 час, потому что чуял, что будет что-то не так. Так оно и произошло. Вот на этом Везуви 115 миллиметров. Это чугунный, чугуняка, 115 миллиметров у него выход. Смотрите, как укомплектовывается. Первый вариант. Вы можете собрать несколькими способами. Вот это 115 на раструбе. Она становится сразу на дымоход. А, да, не до конца она садится, но этого достаточно. И вот мы перешли. Да? Ну, во-первых, видите, как нарисовано маркером. Это же ужас. Почему нельзя нарисовать минимально здесь 1 мм 430? Нет, надо зарисовать всю трубу. Да господи, покрасьте вы ее тогда маркером в синий цвет. Идем дальше. Вот после этого элемента начинается насадка нижняя. Что она из себя представляет, насадка нижняя? Это вот такой вот сегмент. Видим, да? Он идет на минусе. Вот это минусовая часть внизу. Смотрим. Понимаете, про что я говорю? Минус-минус. То есть продавцы, очередной раз я убеждаюсь, и почему буду видео эти выкидывать, потому что продавцам лишь бы впарить. Я этого слова не побоюсь. Это крупнейший производитель, но тот продавец, который сидит у них в магазине, в офисе, он некомпетентен. Нет. Все. Поэтому я на час опоздал вот сюда. Одевается муфта соединительная. Если продавец, вы знаете о том, что у вас вот этот вот косяк, то, что вы делаете по конденсату, ну, это не косяк, это нормальная продукция. Ну, будьте добры, поставьте переход, чтобы люди могли укомплектовать. Если вы не знаете, как выглядит переход, я вам покажу. Вот такая муфта. 115+, 115+. Да, у меня есть опыт, поэтому я ну, чуял, что что-то будет не так, поэтому заехал и взял ее. Если вы не знаете, ну, что я могу сказать вам? Очень плохо все. Так собирают, если вы возьмете, например, российские производители, у нас сейчас на белорусском рынке появились, они дают эти муфты, они знают, продавцы, что у них проблема со стыковкой вот с этой.
Они по конденсату сюда муфту ставят. Дают муфту, по-моему, если не ошибаюсь, даже бесплатно. Да, изоляция 115 на 215. Хорошо, пошли дальше. Идут метраж, там 5,5 или 6,5 метров. Окончание стандартное. Окончания вопросов нет. Слава богу, это все утеплено. Вот такой вот грибок ставится. Да? Снова же грибки. Это вот расстояние, оно довольно маленькое. Либо поднимите выше его, либо сделайте больше. Вот эти все минимизация металла на заготовках, ну, есть хорошо. Метраж поставили. Смотрим, противопожарный узел. Это тот элемент, который я сейчас меня удивил. Он регулируемый L500. Да, то есть одна вставляется один в один. Таким образом, и можно до 500 мм его регулировать. Во-первых, вот здесь должен стоять сгиб. Вот это, видите, как это не жесткая конструкция, она гибкая. Не должно быть. Будет провисание, поэтому мне дополнительно надо будет как-то крепить. Не должно быть такого. Ну ладно, закроем на это глаза, да? Хорошо. Извините меня, вот это вот рез обычными ножницами для крупнейшего производителя в Республике Беларусь, для производителя, который выставляет свою продукцию на крупнейшей выставке в России, для того, чтобы выйти на их рынок. Ну, как такое может быть? Ну, не может такого быть. Смотрите. Не можете себе резак купить? А вот эти швы болгаркой зачесали. Для чего? Для того, чтобы точки было не видно? Ну, молодцы какие. Поэтому еще раз повторяю. Вот с этого видео именно, потому что, ну, я приехал, меня немножко это подбесило, что крупнейший белорусский производитель продает такую трубу. Но это даже не продаж называется, называется впаривание. Плюс у человека, он говорил, что у него есть второй этаж. Он закрытый. То есть еще надо один противопожарный узел. В комплектации его никто не дал. Его нету. Это раз. Плюс кровельный проход нужен. Кровельного прохода ему тоже не укомплектовали. Никакой изоляции не дали. То есть, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это просто идет рыночный вариант. А так нельзя работать. Еще, вот по этим вот соединительным элементам. Они нужны, да, кричат все нужны. Это бесполезная вообще штука. Ее можно сразу на свалку выбросить, но я для красоты ее поставлю. Объясню почему. Вот это, смотрите, я соединил два элемента и зажал максимально болт. Все, дальше уже нельзя, потому что выгибается металл. То есть на вот этих вот муточек, креплениях, хомутых стяжных, видите, такая вот отбортовка идет. То есть она с нижней части ставится, а вторая прижимается. Вот я ее зажал. Теперь смотрите, как она ходит ходуном. О чем говорит? Ну, просто-просто впаривает. Мне это очень жаль, потому что стараюсь продавать хорошую продукцию. Люди хотят, чтобы поставили дымоход с гарантией. Вот эти сегменты. Если есть возможность, покупайте их трехсегментные, не двухсегментные. Вот здесь вот будет забиваться сажей. Куда вы не денетесь, особенно если начнете сырыми дровами топить. Ну, поставили, они работают, да. Ну, для тех, кто смотрит это видео, лучше трехсегментники ставить. И еще. В этой печи Везувий, она дырявая, она не герметичная. И для нее обязательно нужен шибер. Обязательно. В комплектации его никто не продал. То есть о чем это говорит? Давайте поговорим с вами дальше. Видим, да? Печка красивая, рабочая. Клиент будет доволен, но клиент будет доволен после того, как ему нормальный дымоход соберут. Теперь смотрите. Перед тем, как снова уже... Сейчас отзывы. Вы должны понимать, что на любом одностраничнике, на любом сайте отзывы искусственных набрать, ну, это проблем не составит, да, там один день, и вам любой, кто продвигает сайт, вам этих отзывов с картинками нарисует там сотни. Еще раз повторяю, я за качественную продукцию в Республике Беларусь. Я за то, чтобы люди, продавцы, двигались и продавали клиентам без головной боли, потому что я в первую очередь работаю для клиента, для вас именно. Там 6 лет назад монтажные площадки в Республике Беларусь практически никто не продавал. А если продавали, то с не особым желанием, потому что это идет удорожание. Именно я начал продавать их, один из первых. На рынке, еще на Уручи стоял, я двигал этот рынок. Сейчас посмотрите, сколько их продается. Это стандартная комплектация идет, поэтому я буду этот рынок двигать, никуда вы от этого не денетесь. И производители, ну, кто смотрит это видео,
старайтесь делать продукцию качественную, да, у вас европейские стандарты, вернее, у нас в Беларуси европейские стандарты, адаптированные, трубы проходят испытания. Это очень тяжело, это очень марудно, это долгий очень процесс, но давайте сделаем так, потому что варимся в одном котле, у нас крупнейших производителей там на одной руке можно пересчитать, делать продукцию для клиента, да, давайте защищать свой рынок, потому что из-за таких вот производителей, а, еще, господи, забыл. Смотрим на геометрию. Вот геометрия. Ну скажите мне, пожалуйста. Так, давайте я перейду камеру. Теперь давайте поговорим про геометрию. Вот эта вот геометрия называется? Вот это вот. С какой стороны эта геометрия? На углах 45-х. Это какая-то геометрия? Вам что, тяжело на вальцах пройти, прокатать ее? Ну, бывает там, да, немножко недокусанная там в конце. Ну, не так же. Ну как, скажите? Ну, это, с какой стороны эта геометрия? Это не единичный случай, но вот здесь как-то так повезло. Да, здесь повезло. А, это на раструбе. Это не повезло, это просто расширение идет, за счет раструба она укатывает. Посмотрите, как такую продукцию вы можете продавать. Вот эта вот насадка нижняя. Она, не знаю, каким чудом, идеальная, да? Вот так надо делать. И я знаю, что этот производитель может делать. Просто, видимо, ОТК, отдел технического контроля, тормознул. Либо его уже сократили и убрали. Поэтому так не должно быть. Надеюсь, что это видео было кому-то полезно. Особенно это должно быть полезно руководителю Белкомина, либо учредителям Белкомина, которые находятся в Гродно. Очень крупное предприятие, поэтому, ну, раз вы крупное предприятие, держите марку, а то вы так потеряете своих клиентов. Это очень легко, клиентов тяжело заработать, вы должны об этом знать. И когда ко мне обращаются на белкоминовском сайте, на шабанах, есть комплекты дымоходов, они продают готовые, и урезание цены идет. Когда мне говорят: Дмитрий, можете сделать такую цену? Нет, я не могу сделать такую цену. Объясню, что, потому что я такой дымоход не буду продавать вам. С него комплектовывают на 100%. Кто со мной работает, вы знаете, что я для вас укомплектовываю полностью на 100%, чтобы у вас не было головной боли, чтобы вы не искали, не бегали, не ездили, где взять дымоход, чем его укомплектовать. Потому что вот здесь человек уже сам бы не укомплектовал его и не собрал, потому что нету соединительной муфты. Вот из таких мелочей и складывается наша работа. Для информации, от этого комплекта дымохода дорожание пошло на 200-500 рублей. 500 рублей... Это для, чтобы вы понимали, для кто смотрит это видео из России или в Украине, это $250. Много или мало? Да, это много. Поэтому я за честную конкуренцию, я за здоровую конкуренцию, ну и за то, чтобы в Республике Беларусь продавалась продукция достойного европейского качества. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Напомню, я работаю с крупнейшими магазинами отопительных оборудований в Республике Беларусь. Есть производители, с которыми я принципиально не работаю. Почему? Ну, потому что у них отвратительное качество трубы. И об этом можно много разговаривать. Поэтому обращайтесь, звоните, посоветую вам. Ну, конечно, монтируйте дымоходы правильно. Всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment Buy. До новых встреч. А этот объект я вам покажу в следующем видео. Пока.